Publix колбасный отдел. То есть из знакомых колбас вот это вот такая у нас встречается с оливками. Варенка. Это, значит, написано head cheese. Ну, это типа зельца нашего. Вот варенка тоже с приправами. Дальше с салями. Это болонья, то есть варенка обычная. Дальше пошел хэм. То есть это то, что мы едим. По-нашему, наверное, это ветчина. Тут столько-столько всяких сортов, что же тяжело перечислить. Вот есть в мапл сиропе. Но в основном она такая подсвященная. Вот тут местами написано water added. То есть вода добавлена. То есть там она будет плавать в воде немножко. И на 42% меньше соли, чем в каких-то остальных. Вот, тут есть в таких приправках, в таких приправках. Это турка, по-нашему индейка. Тоже турка. Это курица. Ну, то есть это из грудки сделано. Вот, это тоже курица, это должна быть тоже турка. Дальше идут сыры. Ну, вообще-то здесь состава не написано. Я обещала кому-то доставить состав. Написано только с какими приправами и с каким сиропом. Там таких подробностей особых нету.